В российском Диснейленде выставили более 200 знаменитых игрушек. Это лишь малая часть личной коллекции семейной пары из Новороссийска. Всего в частном собрании почти 1000 кукол. Такие куклы в виде всяких певиц, актрис. Они мне так нравятся, у них такие шикарные платья. Они сами такие шикарные. Стоимость одной коллекционной Барби в среднем от 10 до 70 тысяч. Ценители утверждают, это настоящее вложение капитала. Кукол даже не вынимают из коробки, чтобы они не потеряли в цене. Есть на выставке и очень редкие игрушки. К примеру, куклы в свадебных платьях от Веры Вонг или нарядах от Версачи, Армани и Диор. Это все мое детство, наверное, я проводила вместе с куклами. И с подругой постоянно играли, и соревновались у кого больше. Так что все очень здорово, очень люблю их. Кукла была, помню, с розовыми волосами. Ариш. Вот. Мама долго очень копила на нее, чтобы купить нам сестру. Была такая, знаете, самая простая, одни из первых кукол. Коленки не гнулись, что для меня было весьма, так скажем, в детстве, наверное, трагедией. Больше всего гостям выставки запоминаются Барби в русских костюмах. Куклы сделаны из твердого пластика и внешне напоминают фарфоровых. Уже скоро выставка обновится и пополнится новыми экспонатами. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.